Принимайте приказ снять напряжение с контактного рейса по второму главно-станционному пути. Дорогие друзья, всем привет! Время 2 часа ночи. И пока вы спите дома, здесь, на станции Котельники в метрополитене, сегодня будут проводиться пожарные учения. Сюда, на второй главный станционный путь станции Котельники, выйдет поезд. И условно, в самый утренний час пик, в нем произойдет пожар и задымление. Машинист приступит к тушению. И после чего мы даже вызовем сюда пожарный расчет. Будет интересно. Начинаем! Девочки, Алиса, Маруся, чем вы занимаетесь? У нас предновогодняя снежная потасовка. Девчонки, идите скорее домой, скачайте бесплатную игру Warface, где прямо сейчас проходит новогодний ивент «Снежная потасовка». Там вы точно не замерзнете и не промокнете. Командный онлайн-шутер Warface подарит тебе настоящую атмосферу праздника и веселья. Ведь прямо сейчас проходит новогодний ивент «Снежная потасовка» с новым PvP-режимом. Суть режима – это вариация на классический Team Deathmatch, когда одна команда сражается против другой на тематических новогодних картах. Особенностью режима являются усилители, которые появляются на карте и превращают поднявшего их игрока в одного из четырех боссов с уникальным оружием и геймплеем. Когда таких усиленных бойцов становится несколько, на карте начинается настоящее новогоднее веселье. За участие в ивенте вы можете получить метовое оружие в новогодних скинах серии «Подарок» и две новые внешности. Событие проходит в рамках зимнего сезона «Плечом к плечу», где помимо ивента тебя ждет новый боевой пропуск с улучшенной системой ежедневных квестов, моды для устройств и классовые контракты. Ну и самая приятная новость от Warface. По ссылке в описании ты можешь забрать набор крутого и метового снаряжения как для новичков, так и для настоящих ветеранов игры. Не теряй времени, забирай подарки по ссылке в описании и начни играть бесплатно в Warface. Так, дорогие друзья, поезд уже приехал на станцию. Сейчас мы ждем снятия напряжения, когда все составы на линии встанут на свои места, ночную расстановку. Машинист, который будет участвовать в пожарном учении, уже у нас в кабине. Ну как вообще ощущения? Ты готов? Да, конечно. Необычное, да, состояние? Ну да. Когда у нас реальное учение, кстати, будет даже массовка, там куча людей. МЧС Академия, я так понимаю, да, ребята молодые. Вызовем пожарные расчеты, здесь даже будут задымления. Итак, на станцию заходят люди, которые будут имитировать деятельность пассажиров. Ситуация такая, поезд въехал на станцию. Производится посадка и высадка пассажиров. Люди заходят в вагон, люди выходят из вагона. Вот у нас так называемые условные пассажиры, которые ждут отправления поезда. И в этот момент в одном из вагонов начинается пожар и задымление. И один из пассажиров сообщит машинисту о ситуации. При посадке пассажиров в составе появилась дымка, которая увеличивается. В салоне вагона загорается настил пола и облицовки. Огонь распространяется по вагону в двух направлениях. Уважаемые пассажиры, просто покиньте вагоны, соблюдайте порядок. Вот это вы дальше не идет. А вы еще не выходите?
Котельники, принимайте приказ снято напряжение с контактного рельса по второму горно-станционному пути. Проверяйте отсутствие напряжения, ставьте загородку, условно докладывайте. Дорогие друзья, объясняю ситуацию. Машинист предпринял попытки тушения пожара первичными средствами пожаротушения, но потушить пожар, как вы видите, не удалось. Здесь все в дыму. И сейчас вызвали пожарную команду для тушения возгорания на станции. Все, пассажиров уже эвакуируют. Все эскалаторы работают на выход. Обратите внимание, приблизь, пожалуйста. И с той, и с другой стороны станции котельники. И ждем пожарных для тушение возгорания. Вы как? Нормально? А вы как? Мы поднялись сейчас на улицу, и здесь просто аншлаг. Множество пожарных машин, множество людей, пожарные расчеты, ребята пожарные, эвакуированные люди со станции. Только здесь вокруг меня я вижу 5 машин с мигалками пожарных. У другого входа еще несколько машин. Пожарные сейчас протягивают рукава для тушения возгорания. И жители района Котельники, которые не спят в этот поздний час, глубокой ночью, наверное, очень сильно удивились бы, если увидели такую картину у себя под окнами прямо рядом со станцией метро Котельники. 10. Обратите внимание, что пожарные находятся ближе к полу, чтобы вдыхать меньше угарного газа. Посмотрите, передвигаются. Так, дорогие друзья, производится ликвидация возгорания, вот условного возгорания, конечно, тушат пожар. Также множество пожарных расчетов эвакуировали пострадавших, которые находились без сознания, вы сами это видели. Ребята все в кислородных масках с кислородными баллонами.
дорогие друзья, я благодарю, что досмотрели выпуск до конца. Пожар потушен. Все происходило настолько быстро, что вы сами все это видели в режиме лайв. Машинист отработал, пожарные отработали, пожар потушили, пострадавших эвакуировали. Дым со станции удалился. Все хорошо. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, на группу ВКонтакте, на Яндекс.Дзен и так далее и тому подобное. И обязательно комментарии напишите и оцените видео. Счастливого, пока.